теме поиска пути предназначения, в теме отношений с близкими, с любимым человеком или с детьми, очень важен ресурс, ресурсное состояние, наполненность энергии. Потому что, когда мы в наполненном состоянии, когда у нас есть энергия, когда у нас есть достаточное количество любви, мы более грамотно, более красиво можем проходить различные жизненные ситуации, реагировать, проявляться в соответствии со своей истинной правдой, истинной сутью. И для того, чтобы быть в этом состоянии, для того, чтобы быть соединенным с собой, со своей душой, очень важно находиться в балансе, очень важно находиться в энергии. Но очень часто бывает, что для того, чтобы восстановиться, у нас не хватает времени, не хватает возможностей, потому что обычные способы отдыха, такие как полежать, отдохнуть, или сходить на прогулку, или сделать что-то для себя, как массаж или покупки, это занимает достаточно много времени и, конечно же, ресурса финансового. Поэтому самый простой способ – это научиться обучиться различным практикам, различным методом восстанавливать энергию самостоятельно без помощи других лиц. На курсе «Я энергия» вы сможете узнать различные способы очень быстро восстанавливать ресурс, входить в равновесное состояние. Это различные практики, различные упражнения продолжительностью от 1 минуты до 20-25 минут в зависимости от ситуации, в зависимости от ваших возможностей. Вы сможете ознакомиться со всеми из них, попробовать каждую из них и собрать для себя свой список любимых практик, которым вы сможете в своей жизни пользоваться каждый день в зависимости от вашей ситуации жизненной. Эти практики и знания вы получите в специальных видеоуроках, в которых будет ровно 21 день. 21 день – это цикл, который позволяет человеку закрепить новую привычку в своей жизни. Помимо этих видеоуроков, вы сможете также получить знания в вебинарах, которые помогут вам лучше понимать себя и своих близких. Вы сможете обнаружить, какие энергии стихии проявлены в вас, какие в ваших близких, исходя из этого понять их особенности и свои тоже. Поймете, как лучше взаимодействовать с различными людьми, исходя из того, каких больше стихий в них преобладает. А также вы найдете в нашем курсе уникальные знания о том, как сохранять свою энергию, как делать так, чтобы не растрачивать ее зря, как правильно пользоваться способами энергетической защиты. Вы сможете понять свои цели, определить их, сможете концентрировать внимание на них для того, чтобы достигать тех результатов, которые вам важны в вашей жизни. А также с нашей поддержкой в течение 21 дня вы сможете закрепить привычку находиться в наполненном ресурсном состоянии, быстро восполнять в случае утечки и сможете соединиться со своим путем реализации предназначения, чувствовать свою душу, быть в счастливом, радостном состоянии и создавать свою жизнь, исходя из ваших желаний и вашего видения того, какой жизнь ваша должна быть. Благодарю и ждем вас на курсе.